Всем привет, друзья! Сегодня на вступлении, как видите, я не один, а подписчики решили ко мне присоединиться. Ну что ж, давайте начинать 41-ю серию пути бомжа в GTA Vice City. Баланс у нас солидный, и пора бы нам заняться уже автомобилями. Во-первых, взять самому что-то побыстрее и комфортнее, а во-вторых, с них же и заработать с перепродажи. Еду на рынок, ну и давайте смотреть. Первое, что нашел, это BMW X5, и в предыдущем кузове аж за 14 миллионов. По цене, блин, дома на Вайсити. Я, конечно, обожаю BMW, но не в этот раз. Вот еще BMW M4 и по цене куда еще не шло, 800к. Из остального мне тут как-то больше ничего не заходит. Погнали на второй рынок. Тут уже выбора побольше. И вот, блин, за M5 КС просят тоже немало. 5к. Ого, тут даже есть Shelby Cobra, как у меня на Хасле. По цене стоит недорого. 291к. За старый черный X5, куда ломить такую цену почти в лям, непонятно. Есть еще интересные тачки, но я пока спешить не хочу. Нужно все хорошенечко обдумать, да и по ценам тоже не попасть. Подаю объявы о покупке любой BMW в любом кузове, но на Vice City по объявам мне кажется прям такое себе, так как чат летит как ракета. Вернулся на первый рынок, уже, блин, и на гелик начал засматриваться за 1,3 к. Потом снова на BMW M4 и, блин, не, как вдруг идиот под ником Винтерия просто так начинает дэмить мою старушку Ламбу. Вот смотрите, что этот чудик делает. Ну для чего ты это делаешь, чел? Отписал даже в репорт, но быстрой реакции можно не ждать. Этот персик добился переворота и взрыва моей старушки и с радостной рожей выгрузил свою чехотку и убежал. Бегу, значит, своим ходом до дома, залетаю в центр занятости и устраиваю на спасателя. Эту работу я снимал в 5-й серии, и заработки там были неплохие, но постоянно крашило от водного скутера. Осталось ли это так же или нет, давайте узнавать. Еду на пляж, как только сейчас админ мне отписал, что следи. Да уже все, бро, уже все, не надо. Подъезжаю к спасателям Малибу, а тут ни единой души. И это очень и очень плохой знак, при том, что сервер сейчас фуловый, 700 онлайна. Переодеваю в рабочую одежду, идем на вышку, смотрю в бинокль и ловлю краш. Аризону в этом не виню, а виню свою сборку. Поэтому перезахожу на дефолт сборку, на вертолете долетаем, устраиваемся, занимаем вышку и теперь через бинокль ищем тонущего. Вот он первый голубчик. Побежали, сажусь на гидроцикл и смотрите, все четко, никаких лагов и крашей, супер. Подбираем чела, относим его в медпункт и внимание, мне начисляют 50 баксов, и это еще мне, видите ли, увеличили мою зарплату из-за дома плюс 50%. Я пока что, ребят, если честно, в это не верю. Возможно, при сдаче работы нам начислят уже как положено. Спасаю, значит, красивую девчулю, затем еще одного чибрика, отношу в медпункт, ну и давайте переодеваться. И что? Я заработал 150 баксов! Работа имба! Все бегом сюда, ребят! Ну а если без шуток, то скорее всего это какой-то баг, и это обязательно должны пофиксить, так как эта работа требует все-таки 30 уровень. По идее, она и должна быть самой прибыльной. В 5-й серии мы спасли 5 тонущих, за что получили 6160 баксов. Получается, за одного чуть больше 1000. В общем, ладно, пока что никому не советую сюда ехать. Это даже работой все-таки как-никак даже назвать не повернется. Давайте перейдем уже к тачкам. Подлетаю к одному салону, снова вот тут все чекаю, лечу ко второму и короче. Думал, думал и решил хоть раз в жизни раскошелиться и взять себе Бугатти. Подаю, значит, объявы и ловлю мут на целый час за флут. Да блин, эти новые правила на Vice City меня уже достали. Круто, конечно, но меня не остановить. Тут стоит Бугатти Дива Спорт ровно за 2 миллиона. Цены на них я знаю, и она адекватная. Бугатти без пробега. Покупаем, прыгаем в нее. И воу, от этого разгона и управления я теряю голову. Заливаем полный бак. И чтобы вы понимали, максимальную скорость я уже минут 10 проверить не могу, так как она набирает и набирает, предела не знает. А по Vice City сами знаете, что летать особо-то и негде. Я вон даже перевернулся и взорвался, пришлось бежать до дома. По ПТС-ке смотрите, таких Бугатти всего 20 на сервере, что придает эксклюзивности. Ну и она полностью, если что, новая. Решаю
мечтаю продать свою старушку, но мест нигде нет. Есть один Инфернус Пегаси за 391к, что очень как бы дешево. Я видел, их продают и по 500, и по 600. Получается, забираем ее и быстренько выставляю свою ламбу на продажу, так как тут вон уже прутся на мое местечко выставлять свои тачки. По цене в ППХ ставлю 990к, хз, дорого или нет, но новая она стоит 800к. И еще нужно ее как бы словить. По ликвидности тоже за них хз. На самом деле, в спешке поставил я такую цену. Хочу снять с продажи или поменять ценник подешевле, но этого уже не дает сделать система. Пускай, короче, висит. Сразу же паркую Бугатти к дому. Выглядит она, конечно, шикарно. Мне нравится. Да и салон красный прям бросается в глаза. Максимум, что пока смог на ней стрельнуть, это 390 км в час. Залетаю за страховкой. Покупаю на слет 3 месяца за 108к. Отлично. Еду до банка, оплачиваю все налоги, залетаю на ЦР и начинаю искать какой-нибудь винил для Бугатти. Словил краша, перезашел и спустя минут 7 единственное, что нахожу, это вот такой винил за 120 тысяч. Вроде норм, покупаем. В СТО накидываем и выглядит, я думаю, лучше, чем была бы она в каком-то одном цвете. По скорости я так и не понял, но думаю, что за 400 она по-любому поедет. Давайте заберем уже этот Пегаси, посмотрим, что это уже за чудо. Рано заспавнил Бугатти и пришлось бежать до другого салона. Да ё-моё. Таких тачек на сервере еще даже меньше. Всего 11 штук. И слушайте, я сразу могу вам сказать, что за такие деньги это топ. У нее именно фишка — это разгон. Да и управление тоже отличное. По скорости набрал максимум 300. И возможно, это не предел. С нее в любом случае мы еще заработаем. В общем, давайте, ребят, соберем 1000 лайков и я выпускаю новенькую серию.